ямы, вот эти землетрясения. Вот это вот все, ребятки. Я потерял уже множество зомбиков, ребятки. Тут футболисты, ребятки, нам попались. Отличненько. Теперь мы будем футболистами и все, будем, ребятушки. Ой-ой-ой, давайте вот так вот аккуратно. Хух, ребятки, три футболиста. Довольно-таки нормально, лучше, чем один. Да, вот мы съехали, негра. Отлично, ребят. О, футболисты всех уничтожают. Даже вертолетов и всех авто... А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра, конечно же, и сегодня мы будем играть вот такую крутую игрушку, которая называется Зомби Цунами. Ну что ж, ребятки, я рекомендую вам начать, собственно, со мной вместе эту игрушку и посмотреть, собственно, что у нас здесь получится. Ранее, ребятчики, мы играли во взломанную версию, теперь мы начнем новую игрушку без взломов и разных причудов. Так, ребятки, вот, короче, смотрите, поймайте прохожего. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Вау, ребяточки, все, прохожий перетворился с нами на зомби. Так, машину мы, наверное, не сможем перевернуть. Все, тут я понял, нажмите. Все, тут инструктаж у меня, ребяточки. Так, ну что ж, нас уже двое. Поймайте прохожих. Вау, давайте поймаем их. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, ребяточки, как же вкусно. Все, они с нами превратились в зомбиков. Так, давайте вот эту машинку тоже перевернем. Отлично, ребятки, посмотрите на счетчик. Все отлично. У нас есть счетчик мозгов, сколько мы съели, ребяточки, людей. Вон он в левом верхнем углу. О, ребятки, я превратился в огромный мозг. Посмотрите, зомби-мозг, который, ребятушки, переворачивает даже танк и уничтожает даже бомбы огромные, которые здесь наставили, ребятушки, военные против этих злых и нехороших, собственно, зомби. Военные вертолеты, ребятушки, собственно, летят. Ого, мы даже, ребятушки, с вами перевернули самолет. Вы представляете? Вот это круто. Так, ну что ж, зомбики готовы. Так, все, ребят, а сейчас абсолютно все реально. Удачи. Все, ребятки, это только что мы тренировочку с вами проходили. Давайте теперь, собственно, и начнем нашу игру. Так, миссию запрыгните на крышу автомобиля мы выполнили. Отлично. Так, ребяточки, съели человека. Отлично, он превратился в зомбика. Так, теперь нам нужно с вами съесть вот этого и остаться, ребяточки, в живых. Не растерять никаким образом этих зомбиков. Потому что если мы, ребяточки, будем их терять, то никуда это не приведет к хорошему. Так, давайте пока еще одного, наверное, съедим. О, вот десантника съели. Ой, бомба, прыгайте, ребята, прыгайте. Хух, вот, давай, отлично. Давай, ешь. Ух, ням-ням-ням-ням-ням, как же вкусно. Отлично, прыжок, там машина. Отлично. Прыжок, отлично. Давай. Вау, круто, ребятки. В действительности круто. Давай, прыжок, отлично. Ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вау, ребяточки. Тихо, вертолет, прыжок. Так, нас уже 9 зомбиков бежит. И мы взяли цунами, отлично, ребятки. Вау, мы с вами, ребяточки, на волне, просто супер. Смотрите, что мы, ребяточки, делаем. Мы просто-напросто уничтожаем все, что стоит на нашем пути, ребятки. И миссию «Съешь 10 человек» мы с вами выполнили. Ребятки, нас уже 18 человек, чтобы вы понимали. То есть 18 зомби бегут, а 18 человек мы уже съели. И 18... Ой-ой-ой, минус один, ребятки, минус один. Одного только что сбила зомбика машина. Ой, а вот одного еще. Ой-ой-ой, нас много-много. Ребяточки, подорвалось, если честно, на бомбе. И только что половина упала еще в яму. Нужно быть более бдительным и более внимательным к тому, что, ребятки, происходит сейчас на экране. Потому что можно растерять буквально всех зомби. Осталось 8 человек. И мы со всех, ребят, пытаемся бежать, реально. Вау, вот это да, вот это круто. Вот это в действительности круто, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой, прыжок, остался один, ребята. Вы представляете, все остальные упали в яму. Остался только один зомби. И что же нам делать? Нам нужно искать еще, ребятки, людей. Что это такое? Это дракон, ребяточки. Это одноголовый дракон. Это такая маска дракона, ребят, я так понял. Который одевает этот зомби. Я сейчас подорвусь. Нет, не подорвался. Отлично. Прыжок. Отлично, ребят. Вау, ребята. Один дракошек.
Ох, отлично, ребяточки. Сейчас все, три зомбика, ребяточки, осталось. И не больше буквально. И это нам дает огромное преимущество над тем, что сейчас начнется, ребяточки. Мы все же с вами упали в яму и не смогли, ребяточки, так сказать, дойти до конца. Так, ну ничего, пройдите три игры. Ага, ребятки, ну что ж. Так, давайте, ребятки, давайте. Вау, отлично. Так, ну что ж, ребятки, погнали по новой. 27 мозгов мы с вами съели, ребят. Вы вообще представляете, это очки. Так, ну что ж, на самом деле, ребята, съели мы людей намного больше. Ну что ж, ребятки, погнали. Так, 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 наш зомбик уже готов, ребяточки, съедать этих нехороших тварей, нехороших людей, которые хотят нас уничтожить. А это военные в первую очередь. А также люди другого городского типа, которые не хотят, чтобы мы их съедали. Но мы зомбики плохие, и мы будем кушать обычных людей. И таким образом расширяться, ребятушки. А если мы будем расширяться, получается, эти зомбики будут везде. И эти зомбики захватят, ребятушки, планету. А что, собственно, нам в первую очередь и нужно для этого. Так, машина аккуратно, а то такси нас собьет. И все, и тогда мы будем опять потеряем кучу-кучу зомбиков. Вот, ребяточки, посмотрите, в доме кричит хозяин с котом вместе. Помогите, спасите от этих злых и нехороших зомби. Ой, перепрыгиваем танк, потому что мы его не одолеем. Ох, ребяточки, скорость увеличивается с каждым разом. И посмотрите просто, с какой скоростью я бегаю. Так, ребяточки, баллон, это означает, что мы надуваемся. Отличненько. И просто-просто надуваемся. И просто... Ой-ой-ой, минус один зомбик, ребят. Мы не смогли пролететь над этим вертолетом. Мы просто-напросто уничтожили и его, и уничтожили одного из наших. Видите, один из наших тоже, ребятчики, пострадал. Но не стоит, ребятки, ох, так волноваться. Сейчас все мы догоним. Сейчас все мы перегоним. Там баллончиком зомби рисовал на стенке какого-то зомбака прикольного. Или писал, здесь был зомби. Или типа что-то вроде такого. Но мы с вами, ребяточки, продолжаем бежать. Ой-ой-ой, прыжок, опять вертолеты. Ого, да что ж такое-то, ребятки. Наступила ночь, и тут просто началась война. Реально, реально, здесь против меня все практически. Вертолеты хотят меня сбить, машины хотят меня сбить, бомбы хотят меня уничтожить, десантники с автоматами, ребяточки, ямы, вот эти землетрясения. Вот это вот все, ребятки, я потерял уже множество зомбиков, ребятки. Тут футболисты, ребятки, нам попались. Отличненько, теперь мы будем футболистами и все, будем, ребятушки. Ой-ой-ой, давайте, давайте вот так вот аккуратно. Хух, ребятки, три футболиста, довольно-таки нормально, лучше, чем один. Да, вот мы съехали, негра. Отлично, ребят. О, футболисты всех уничтожают. Даже вертолетов и всех автомобилей. Вот это мне нравится, ребят. В действительности. Вот это круто. То, что футболисты могут все. Футболисты, наверное, самые нормальные чуваки здесь. И еще мне нравится зомби-цунами. Прикольная такая штука. Когда берешь цунами и... Ой-ой-ой. Прыжок, прыжок. Вот эти бомбы, ребят. Если бы не бомбы, еще бы полбеды. Но вот эти бомбы реально не дают покоя. Покоя, видите? Мы с вами даже не можем, ну машины это такое, мы еще можем как-то их перескакивать, но бомбы реально, видите, бомбы реально очень тяжело. Ай, ребятки, и опять мы с вами на этом, собственно, и упали. Ну не стоит, ребят, заморачиваться, мы с вами сейчас все это дело повторим и погнали. Погнали, 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 вау, прыжок, отличный зомби, просто крутой. Ням-ням-ням-ням, отлично, просто классно. Так, прыжок, отлично, отлично, отлично. Второй, третий, отлично, просто супер. Отлично, хорошо. И просто-напросто замечательно. Ням-ням-ням-ням, как же вкусно, ребята. Вы просто не можете представить себе, как это вкусно. Ох, ням-ням-ням-ням-ням, отлично. Ой-ой-ой, прыжок, прыжок, прыжок. Еще раз. Хорошо. Прыжок. Хорошо. Давай, 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 давай. Отлично. Ох, ребятки, уфу. Это летающая тарелка просто над нами. А что же дальше делать, ребят? Это просто летающая тарелка, которая хочет нас просто уничтожить. И это вы хотите сказать нормально? Ну что ж, давайте. А, нет, ребятушки, эта летающая тарелка не хочет нас уничтожить. Она, наоборот, нас плодит, ребятки. Посмотрите, летающая тарелка все делает, клонирует новых зомбиков, ребятки. Вот это, конечно же, круто. Не правда ли? Так, отлично, прыжок, прыжок, прыжок. Поехали, поехали, поехали.
Прыжок, поехали. Прыжок, отлично. Ой. Нет, все зомбики упали в яму, ребятки. О, ребятки, я родился заново, отлично. Мне дали возможность, ребятки, родиться заново. И все 5 зомбиков, ребяточки, опять заново начали, стартанули и начали свою игру. Так, ребятки, ну что ж, мы в Лос-Анджелес уже, вот мы прибежали, вот Голливуд у нас. Только тут зомби-ленд, наверное, какой-то. Ой, а нет, Голливуд. Так, ну что ж, прыжок, отлично, зомби с рюкзаком. Наверное, кто-то со школы шел и превратился в зомбика. Так, отлично, берем монеточки, все круто, ребятки. Вот это я понимаю, игра, вот это я понимаю по делу. Отлично, просто супер. Ой, прыжок. Так, что это я взял? Ниндзя, ребятки, ух, мы такого еще не видели. Ниндзя довольно-таки прикольные тоже чувачки, да, они умеют, наверное... О, да, они умеют сальто делать. Ой, ребяточки, все ниндзя разбились, ребятки, на... этих бомбах нехороших. Ну ничего, не стоит, ребяточки, расстраиваться. То есть уровень мы прошли и открыли, ребятки, мы в магазине новые шляпы разблокировали. Давайте, собственно, зайдем в магазин и приобретем их. Так, отлично, ребятки, магазин, отлично. Вот это. И у нас есть вот ковбойская шляпа. Давайте, собственно, купим. О, мы можем также купить хвостики, ребятки, но у нас не хватает денег. Ой, зомби-кепку можем купить. Все, ребятки, у нас теперь есть немножко новой одежды. А на сегодня, я думаю, ребятки, мы будем заканчивать. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Поставьте лайк и напишите комментарий. А я вас очень люблю, дорогие друзья и дорогие подписчики. Желаю удачи, пока-пока, в следующих выпусках.